Здравствуйте. Ежедневно каждый из нас встречается с необходимостью решать те или иные задачи и ситуации. И сегодня я расскажу об одной из них и, надеюсь, практические советы вам помогут. Продолжим тему доверия и поговорим о способах его развития. Для тех, кто испытывает трудности с доверием к другим людям, жизнь может быть сложной. Доверие – это основа любых отношений, бизнес-взаимоотношений и личной жизни. Однако различные факторы, такие как прошлые отрицательные опыты, страх быть обманутым и личные недостатки, могут препятствовать развитию доверительных отношений. Сегодня поделюсь несколькими рекомендациями, которые могут помочь научиться доверять другим людям. Первое. Постройте внутреннюю опору. Понимание себя, своих сильных, слабых сторон, своих чувств – это ключевой фактор для эффективного взаимодействия с другими людьми. Это также позволяет точно определить тех людей, с которыми вы находите общий язык и которым вы можете доверять. Следующее. Ищите общую землю. Взаимопонимание – это ключевая составляющая доверительных отношений. Ищите тех людей, которые разделяют ваши ценности и интересы. Стройте с ними отношения на основе общего. Общие интересы, идеи, культурные коды, жизненный опыт помогут легко установить связь и укрепить отношения. Позвольте людям быть самими собой и совершать ошибки. Ошибки являются неизбежной частью жизни, и ошибаться свойственно каждому из нас. Третье. Работайте над собой. Доверие – это двусторонний процесс. Если вы хотите, чтобы люди доверяли вам, вы должны быть надежны и честны в своем поведении. Показывайте свою надежность действиями, а не только словами. Развивайте свое чувство ответственности и берите на себя свою часть ответственности в отношениях. И четвертый. Помогайте другим чувствовать себя уверенно в отношении с вами. Дайте возможность другим людям чувствовать себя уверенно, проявляйте к ним заботу, эмпатию, поддерживайте их в трудных моментах и покажите, что вы всегда готовы помочь. И чтобы научиться доверять другим людям, вам нужно будет потратить время, энергию и терпение на развитие отношений. Развитие доверительных отношений приведет к улучшению качества коммуникаций, а также поможет повысить уровень удовлетворенности вашей жизни. Для этого стоит потрудиться. Согласны? Живите здесь и сейчас и помните, что счастливо жить может каждый.